Программа повышения квалификации для представителей фондов капремонта муниципалитетов стартовала на базовой кафедре Министерства ЖКХ в Одинцове. Курс, который прослушают участники с 12 по 16 апреля, посвящен руководству организации и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Надеемся, что люди, кто сегодня здесь участники и присутствуют, а это все директора фондов капитального ремонта со всей нашей страны, которые будут сегодня, завтра, послезавтра, до конца недели проходить обучение, повысить свою квалификацию в части капитального ремонта многоквартирных домов. 60 человек из 45 регионов России в ходе обучения получат ответы на многие вопросы, которые возникают ежедневно. Помимо лекций, проходят практические занятия с экспертами и выездные мероприятия. Программа обучения разработана с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта. Мы сегодня будем реально учиться, потому что у нас есть определенные свои ноу-хау, в первую очередь, наверное, это работа по домами, что у нас все-таки не огромная безликая масса людей представляет вопрос капремонта, а люди, которые входят в совет многоквартирного дома, которые мы специально обучаем, специально готовим. Залог качественного исполнения своей работы – постоянное обучение, уверены эксперты. После курса обучения участники получат удостоверение МГИМО о повышении квалификации. Мы очень рады, что специалисты такого высокого уровня приехали к нам, нашли время. Понятно, что сейчас самое, наверное, тяжелое время, потому что восстанавливается экономика, восстанавливается инфраструктура. И в то же время не стоит на месте городское хозяйство. Региональные операторы в сфере капитального ремонта регулярно сталкиваются с различными вызовами. Поэтому детальный разбор лучших практик из реальной деятельности коллег необходим при обучении, считает Анна Мамонова. Соответственно, мы поговорим обо всех аспектах, обо всех функциях региональных операторов. Расскажем как теоретические основы, так и будет моменты обмена опытом. Особые акценты сделаем на те перспективы, которые ждут капитальный ремонт. Следующий курс программы запланирован на сентябрь 2021 года. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».